Попробуйте, рискните сыграть, выбрать конверт. Открывайте его. Чтобы вы не сомневались. Спасибо вам большое. Пожалуйста. До свидания, удачи вам. Хорошего вам дня. Спасибо. Это круто. Привет, друзья, меня зовут Саша Жучкин, и если помните, на моем канале было видео, где я целый день заказывал еду из Яндекса и Деливери и делился этой едой с курьерами. Спустя некоторое время я решил модернизировать эту идею, и сегодня, друзья, я хочу вам показать супер интересный ролик. Суть его будет заключаться в том, что я буду вызывать такси, заранее подготовлю 3 конверта, в котором будет находиться сумма, превышающая больше, чем в 10 раз стоимость нашей поездки, во втором конверте будет находиться сумма нашей поездки, ну а в третьем конверте не будет находиться абсолютно ничего. Мне интересно посмотреть, во-первых, сколько людей согласится на то, чтобы сыграть со мной в эту игру, сколько людей проиграет, ну и, конечно же, сколько людей выиграет. Все честно, все по-настоящему, ребят, с вас лайк, ну а мы начинаем. Где удобно вам высадить? Слушайте, я видеоблогер, снимаю эксперимент. Смотрите, у меня есть 3 конверта. В одном конверте, это очень круто, на самом деле, в одном конверте оплата за проезд наших, которые сейчас вот. Во втором конверте сумма, превышающая эту оплату, больше, чем в 10 раз. Другой конверт, пустой. Попробуйте, рискнете сыграть, выбрать конверт. То есть, смотрите, в любом случае... Я вытащу пустой и... Ну, я покажу вам, что в других, чтобы вы не думали, что какой-то обман. Ну, то есть, тут больше шансов выиграть, нежели проиграть. Рискнете? Да. Ну, вот дергайте какой. Вот этот. Ага. Ну, открывайте, открывайте вот конверты, которые... Сотка. Сотка. Сейчас покажу, что в других конвертах. Возьмете, поверните на меня, пожалуйста. Сейчас, подожди. Так, чтобы не думали, что я обманываю, значит, в этот конверт пустой. Да. А в этом конверте был косарь. Ох, нифига, да. Блин, ну надо же. Вот, поэтому... Ну, спасибо. Спасибо вам, что согласились играть. Конверт вам отдать? А, да, давайте, да, он пригодится, вот. Пригодится. Хорошо, вам, что хоть что-то выиграли. Да, пустую точно. Вот. Ну, так было бы, ладно, хорошо. Это что, мне в интернет покажут? Да, да. Спасибо. Значит, смотрите, у меня есть к вам крутое предложение. Меня зовут Саша Жучкин, я видеоблогер. Смотрите, у меня есть... Сейчас вы... У меня есть 3 конверта, смотрите. В одном из них оплата за наш проезд. В другом очень большая сумма, превышающая несколько раз нашу поездку. Ну вот. А в другом конверте пустота, ничего. У меня вопрос. Рискнете, чтобы выиграть большую сумму? Или все-таки не будете рисковать? Пока сегодня никто еще не выигрывал супер большую сумму. Вот 3 конверта. В конце я вам покажу, что в этих конвертах, чтобы вы не думали. Выбирайте любой. Открывайте его. Посмотрим, что в этом конверте. 200 рублей оплата за проезд. Очень круто. Сейчас держите камеру, поверните на меня, пожалуйста. Я покажу зрителям, что... Поверните на меня. Я покажу зрителям, что в этих конвертах все по-честному. Вот. В этом конверте ничего не было. Абсолютно пустота. В этом конверте был косарик. О, блин. Да. Нормально. Могли выиграть косарик, но опять же, сегодня пока никто еще не выиграл косарь и никто еще не проигрывал вообще впустую. Mm-hmm. Поэтому вам большое спасибо. Мне вам тоже спасибо. Всего хорошего. Все хорошо. Все, всего доброго. Я удивлен, конечно, но пока что все водители берут конверт с оплатой проезда. То есть они никак не выделяются, эти конверты. Они такие же, как и другие. На них нет никаких отметок. Но вот глаз, видимо, у водителей такси наметан именно, знаете, на беспроигрышную игру. Поэтому это очень круто. Вызываю нового таксиста и посмотрим, повезет ли ему. Супер.
Знаете что, у меня есть к вам крутое предложение. Я видеоблогер, смотрите, я сегодня провожу эксперимент. У меня есть 3 конверта. В одном конверте сумма, превышающая нашу поездку, там, буквально в 10 раз. В другом конверте сумма нашей поездки. Третий конверт пустой. Вот рискнете выбрать конверт или нет? Сегодня пока никто не проигрывал, но и не выиграл большую сумму. У вас реально есть все шансы. В конце эксперимента я покажу вам все конверты, чтобы вы убедились, что там действительно был приз. Давайте. Ну вот тогда выбирайте. Выбирайте. Давайте. Вот этот. Окей. Давайте посмотрим. Открывать? Да, да, открывайте прямо. Сколько? 200. 200, опять. Слушайте, сегодня реально все выигрывают ровно сумму поездки. Сейчас держите камеру. В этих конвертах, как я и говорил, этот конверт пустой, собственно, видите. Ну, угу. Этот конверт у нас 1000 рублей. То была возможность выиграть 1000 рублей, но да, тоже да. Не в минус, это тоже хорошо. Вот. Вам спасибо большое. Пожалуйста. Все, всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что, друзья, опять то же самое. Никто пока сегодня не выиграл 1000 рублей. Все выбирают конверт с оплатой проезда. К сожалению, никто не выигрывал косарь, но и никто пока еще не проигрывал. В общем, буду ездить, пока кто-нибудь не выиграет косарь, ну или пока кто-нибудь не проиграет. Если вам нравится эта идея, давайте, ну, наберем 5000 лайков на этом ролике. И в следующем ролике я буду вызывать бизнес-класс. И в бизнесе смотреть, согласятся ли люди поиграть со мной в эту игру. Ставки там уже будут намного больше, потому что поездки будут уже более серьезные. Все зависит от вас, 5000 лайков, и давайте проведем такой эксперимент с таксистами из бизнес-класса. У меня есть 3 конверта. В одном из них сумма, превышающая нашу поездку там, в 10 раз. В другом конверте стоимость нашей поездки. В третьем конверте ничего. Вот рискнете сыграть и выиграть? Или все-таки... Что нужно делать там? А выбрать конверт, все. И все? Да, все. Ну, как бы, смотрите, вы либо проигрываете, да, либо выигрываете. То есть если шансов выиграть больше. Что? Вот, смотрите, в 3 конвертах, в одном из конверта сумма, превышающая нашу поездку. Хорошо. В другом наша поездка. Если выиграю, то просто забираю. Да, просто забирайте все. Ну, то есть в этом... Но сегодня еще никто не проигрывал и никто не выиграл самую большую сумму. Всем везло, что вот все забирают сумму поездки. Ну, поэтому... хорошо, давайте. Ну, тогда выбирайте. Любой. Так, если я ничего не выигрываю, то вы бесплатно даете? Да, да. То есть тут такой риск. А, как бы, давайте. Давайте, открывайте. Я покажу в конце другие конверты, чтобы вы не сомневались. 100 рублей. Вот сумма наша поездка. Слушайте, реально все сегодня вот берут. Сумму. Возьмите, пожалуйста, я сейчас покажу зрителям вам, что в этих... Направьте на меня, пожалуйста. Что в этих конвертах, в этом ничего. И в этом... Вот. Хорошо. Да, ну реально всем везет. И на 100 рублей, как бы там 100-200, но никто пока еще не проиграл, не выиграл. А вот так катаетесь, да? Да. Я сегодня провожу такой эксперимент. Смотрите, у меня есть 3 конверта. Вот эти 3 конверта. В одном находится сумма, превышающая в 10 раз, даже больше, стоимость нашей поездки. В другом конверте стоимость нашей поездки. Ну, то есть, вот оплата нашей поездки. В третьем конверте ничего нет. Вот. Вы как вообще, везучий человек? Ну, не знаю, я никогда себе... Ну, вот смотрите, вы можете рискнуть и взять сейчас любой конверт. Шансов выиграть намного больше, чем проиграть. В общем, ну, вот вам это... решать. Хотите, тяните. Сегодня никто пока не проигрывал, но никто не выиграл максимальную сумму. Всем так везло, что все выбирали тот конверт, которым сумма оплаты. Ну... Сумма... Выбирайте любой. Ладно, вот это. Да, в конце я вам покажу, что в этих конвертах есть, чтобы вы не сомневались, что... Открывайте. Открывайте. О, наконец-то! Вы первый человек, кто сегодня выиграл 1000 рублей.
Это настоящие 1000 рублей, не сомневайтесь. Хорошо. Это вообще-то какая акция? Просто... Это для своего канала видео снимаю. Переверните, я вам покажу вам и зрителям, что в этих конвертах действительно, как я и говорил, смотрите, в этом конверте ничего нету. Вот. Угу. И вот в этом конверте было 100 рублей. То есть наша оплата. Вы выбрали, вы действительно везунчик, счастливчик, и выбрали тот конверт, в котором 1000 рублей. Вам повезло, это очень круто. Ничего страшного. Спасибо вам большое. Пожалуйста, до свидания, удачи вам. Хорошего вам дня, это круто. До свидания. До свидания. Ну, друзья, наконец-то последний водитель, и он оказался счастливчиком, забрал 1000 рублей. В общем, давайте, друзья, как я и говорил, ставим 5000 лайков на этом ролике, и я все то же самое делаю с таксистами бизнес-класса. Там уже ставочки будут побольше, там я уже побольше конвертов поставлю. Поэтому, друзья, вам выбирать, хотите, интересно вам, пожалуйста, ставьте лайки, и следующий контент зависит ровным счетом только от вас, поэтому... Дерзайте! Меня зовут Александр Жучкин. Вот такой вот получился выпуск. Фух, устал, честно, я целый день ездить на такси, но это, по крайней мере, весело. Никто не отказался. Блин, охрененный выпуск. Ставьте лайк, я сам поставлю себе тоже лайк.